Всем привет, с вами снова Максович, и сегодня у нас игрушка под названием Mido ND. И давайте заглянем в Steam, посмотрим описание. Мида – инопланетный ребенок, которому снятся кошмары о зомби-пришельцах. Однажды ночью Мида нарисовал существо и назвал его Ди. Невероятно, но Ди оживает и берется научить своего творца сражаться с зомби. Ну а далее, собственно, сами почитайте. Игрушка будет до 2 мая 8 часов вечера по Москве раздаваться бесплатно, так что можете успеть ее сейчас забрать. Игрушка на движке Unreal Engine 4, и давайте по традиции заглянем в настроечки. Настроечки, в принципе, достаточно нормальные, можно играть на геймпаде или на клавиатуре. Все, в принципе, стандартно, все нормально настраивается достаточно. В общем, такой себе прожиточный минимум есть, и можно спокойненько все как надо настроить. Итак, давайте я не буду создавать новую игру, потому что я здесь уже прошел определенное количество уровней, чтобы открыть вот это вот все. Значит, начинаем мы с комнаты Мидо. Проходим 5 уровней, и нам открываются еще вот эти вот 4 уровня по кругу. Библиотека, класс, магазин и спортзал. В каждом уровне проходим еще по 5 волн, и нам открываются еще по 3 уровня. Ну вы поняли, в общем, короче, всего 17 уровней. В принципе, так-то достаточно дофига. И уровни разнообразные, как вы можете заметить. Они все абсолютно разные. Пусть они небольшие такие себе, но зато разные. Есть у нас улучшения и всего 3 пушки в игре. А обычное оружие стандартное, которым мы будем пользоваться в основном на протяжении всей игры. Такой себе глобальный зачиститель. И надуватель, с помощью которого можно выбивать дополнительные деньги из зомби. За каждый пройденный уровень мы получаем гарантированно 50 таких вот золотых, не знаю, шестиугольников. И плюс еще те, которые мы набьем с помощью надувателя. Я уже, как видите, здесь прокачал практически все. Ну, как бы не совсем еще, но вы поняли, да? То есть специально все пооткрывал, чтобы более наглядно видно. Потому что изначально игра... Она достаточно закрытая, один как бы начальный уровень, ничего не прокачано, ничего не понятно. Чтобы было понятно, в общем, я здесь все уже попроходил. Изначально игра, конечно, создает такое достаточно спорное впечатление, но потом все становится гораздо веселее, особенно когда мы прокачиваемся и открываем новые какие-то уровни. Ну что ж, давайте начнем, наверное, сразу с более какого-то просторного уровня, не с самого начального. И посмотрим, что же там такого интересненького есть. Тут хотя бы есть у нас музычка, потому что в меню музычки нету. Что очень удобно, музыка меняется на клавишу E. Можно подобрать что-то более-менее подходящее и наслаждаться, так сказать, игрой. Итак, у нас есть основное оружие, которое мы прокачиваем по мере прохождения. Набивание, так сказать, очков зомби и так далее. Есть 3 вида зомби. Самые медленные, такие чуть-чуть пошустрее. Самые медленные, это самые большие, чуть-чуть пошустрее. Они, естественно, чуть-чуть поменьше размером. И самые-самые такие шпингалеты, самые противные. Вот они единственные, которые могут составить хоть какое-то сопротивление. Потому что они на самом деле хоть передвигаются. Остальные ползают, просто ползают. От них легко можно пешком уйти, даже тут говорить нечего. Собственно, второе оружие. Оружие, так сказать, массовой зачистки. Давайте я на одном зомбике тут с краешка вот так протестирую. То есть летит насквозь, убивает всех на пути. Офигенная тема, когда у нас скопилось очень много зомби и как бы надо немножко зачистить территорию. Тихо. Вот видите, они хоть какое-то сопротивление проявляют, мелкие вот эти. В общем, когда нам нужно зачистить, используем это. У него даже названия-то толком нет. В общем, такое вот себе оружие. И самое последнее, это надуватель. По-моему, так и называется, надуватель. Превращаем зомби в стеклянных. Стреляем и разбиваем их, выбивая дополнительные монетки. Собственно, благодаря этому можно гораздо быстрее все прокачать. Это, наверное, одна из самых достаточно интересных механик здесь.
Потому что просто тупо убивать зомби не так уж интересно. А вот замораживать, разбивать и собирать монетки уже хоть какая-то движуха. За время, пока я тестировал игру, я выработал себе такую механику. То, что лучше всего в первую очередь отстрелить вот этих самых мелких противозных шпингалетов, которые постоянно носятся. Они больше всего мешают. Мы их отстрелили, их ограниченное количество. Наверху, собственно, видно, сколько их всего осталось. И можем спокойненько себе вот это все собирать дополнительные бонусы. Я уже по большому счету практически все прокачал. Но как бы это... Суть вы поняли, да? И давайте закончим уже этот уровень, перейдем к следующему. Покажу вам еще там, может быть, кое-что. Уровни на самом деле достаточно небольшие, как я говорил, но разнообразные, что в принципе очень даже радует. Всего в игре где-то порядка 15, наверное, мелодий. Давайте вот еще в магазин заглянем. Всего 15 порядка мелодий. Вот эта вот, которая сейчас играет, это одна из самых, наверное, крутых, на мой взгляд, из всех этих 15. Она такая самая-самая понравившаяся мне. Ну и остальные, в принципе, тоже неплохие. Можно найти на свой вкус. Они, не сказать, что прям сильно разнообразные, но неплохие. Есть очень даже ничего. Из небольших косячков замеченных, иногда персонаж почему-то у нас не собирает вот эти вот монетки. То есть он как бы вроде пробегает и вроде бы собрал, а нифига он не собирает. Иногда он даже как-то их толкает временами. Не знаю, с чем это связано. В общем, замечено такое. Если в момент разбивания зомби стеклянного мы стрельнули, подпрыгнули, если там какая-то монетка выскочила, то она может нас оттолкнуть через полкарты и загнать куда-нибудь наверх. Кстати, иногда некоторые зомби так, собственно, залетают. Но благодаря тому, что у нас есть всемирный такой вот очиститель зомби, их, в принципе, можно достать даже наверху. Да, еще что хотел показать. То, что, смотрите, если мы стреляем, неважно, куда мы стреляем, вверх, вниз смотрим, у нас патроны летят четко по горизонтали. Это вообще не важно. Это, в принципе, как бы и плюс, и минус. Минус то, что если мы куда-нибудь залетели или запрыгнули, мы не можем стрелять в зомби. То есть мы выше головы можем стрелять. А, собственно, и плюс в том же и заключается то, что неважно, как мы хоть так стреляем, пофигу. Все равно попадем, если мы на уровне зомби. Ну, в общем, вот такая вот замеченная особенность. Как я говорил поначалу, игра создает такое странное впечатление. Вроде бы запускаешь, думаешь, что за хрень? Какие-то невнятные зомби, все вот это вот, знаете, такое вот. Как будто тяп-ляп сделано. Но потом, знаете, привыкаешь и... Очень даже неплохо для игрушки на коленке, можно сказать. Наверное, сделал, я не знаю. Там вообще-то в описании было написано, что изначально эта игра была как какой-то проект недоделанный. Она там сколько-то там лет лежала у автора, и потом они ее решили доделать. В общем, что-то типа такого. Вот. Ну, неплохо, неплохо. Когда прокачаешься, открываешь новые уровни, уже есть где побегать, есть из чего выбрать, и оружие становится мощнее, играть становится тоже интересней. Давайте вот еще вот этот вот библиотек, один из тоже таких красивых уровней. Включим какую-нибудь музычку, сейчас выберем. Что-то другое хочу. Нет, это уже было. Это, по-моему, тоже было. Но не суть, короче. В общем, прикольно. Красиво все, отражение, все, в общем, светится, блин, неоном таким. Выглядит на самом деле приятно. Даже очень.
По оптимизации, кстати, тоже вроде неплохо. Знаешь, каких-то там тормозов прям конкретных вообще не наблюдается, даже при большом скоплении зомби и монеток. Да, собственно, здесь и тормозить-то вроде как бы и нечему. Но, хотя, как вы знаете, бывает некоторые, в некоторых играх на Unity смотришь, тормозить нечему, а при этом все равно все настолько тормозит. Так что небольшие уровни — это не показатель тормоза. Могут везде пробраться. Уйди отсюда. Блин, так, зачистка. Вот так вот, они видели, как вы сейчас вылетели резко? Уйди, да что-то привязался-то, блин, докопался. Радует, как я и говорил уже, по-моему, я говорил, количество уровней. Вот количество уровней действительно радует. Зачастую просто в играх подобного плана ограничивается там 3 уровня, грубо говоря. Я не знаю, там, сделать все. Это предел мечтаний. Здесь же авторы прям, ну... 17 разнообразных уровней. В каждом уровне по 5 волн. Вот и считайте, сколько всего здесь, по сути, уровней. Чтобы полностью, как бы, пройти игру, да? Открыть. Ах, да хрена монет. Больше золота. Нужно больше золота. Неплохая музычка, да, надо сказать. В принципе, пойдет. Да что-то. Вот смотрите, он видели, он толкает иногда. Весело, однако, блин. Золото, прям так и хочется их все собрать. Хотя на самом деле каждая дает всего по единичке. По единичке плюс, но как бы все равно неплохо. Все равно неплохо. Ну что, ребята, вот такая вот у нас игрушка получилась. В принципе, неплохая. Поиграть можно вполне себе, особенно если сейчас ее забрать бесплатно. Это будет здорово. Ну что, всем удачи, всем пока и до новых видео.